Рассказали о себе и поделились опытом успешные бизнес-вумен города. Их объединил форум «Женщины, меняющие мир», который прошел в Центре поддержки предпринимательства. Самая главная цель – это знакомство, коммуникация, объединение усилий. Это всегда благо. И в рамках этого форума девушки смогут познакомиться между собой, пообщаться. Каждая друг друга узнает. Они смогут поделиться опытом. Некоторые успешные девушки из числа гостей у нас будут рассказывать о себе, давать полезные лайфхаки. Форум прошел во второй раз. В нем приняло участие более 50 успешных женщин. На протяжении вечера гости слушали спикеров, участвовали в мастер-классах, вместе рисовали картины, учились правильно дышать и слушать свой внутренний голос. А также загадывали желания и по специальной методике. В этом году у нас не только предприниматели зарегистрировались на данное мероприятие, но и работники ВНЕФ, и представители муниципальных организаций. Это говорит о чем? О том, что мероприятие становится интересным, полезным, нужным и важным для женщин. Завершился вечер праздничным розыгрышем, квизом и дискотекой. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.